Я просто, он говорит, тебе больно? Он мне делал прием. Я говорю, да, мне, говорю, больно. Он говорит, ну-ка, дай попробовать. Я ему сделал, ему не больно. Потому что он сделан из более современной брони для более современного танка. А есть старые брони сделаны, да? Из такой, китайской. Так вот, я думаю, ну ладно, ладно, тогда я попробую другой какой-то заряд применить. Магия. Голову удар обязательно по нашему, по уличному варианту. И как бы мы его здесь развернули и положили, чтобы было видно на камеру. Убежать! Все. Да, подбросил его. Но он не хочет падать, приходит из села. Я показываю сюда, он закрывается. Да, чтобы на камеру. Я показываю, он или руку не дает. И я перешагиваю, стараюсь перешагнуть. Но при правильном падении он должен перешагнуть сюда, попытаться сесть, да, и в стойке попытаться ему сделать движение в стойке. Чтобы, не дай бог, он мои ноги не забрал. Тот, кто не умеет, он не вылезет отсюда. Тот, кто умеет, вылезет. Чтобы дальше пошла тема, я перевожу сюда и то же самое делаю. Раз. Возможно, удары могут быть сверху по мне, удары бить. Чтобы я высвободился. Хорошо, замечательно. Я стараюсь посмотреть, где мне удобно что отжать, посмотреть. Если совсем дело таким образом плохо идет, я поджимаю и перевожу сюда. Видите, как я делаю треугольник, ему становится больно. Да, хоть он меня там атакует, бьет, все равно я голову спрятал и начинаю его треугольником зажимать. У меня здесь прием не пошел, поэтому знание приемов очень важно. Нога перешла, иди сюда. И он уже будет крутиться, смотри. Я хочу, чтобы вы этот прием довели более-менее до качества. Нога сюда вышла, смотрите. Нога сюда вышла. Я просто переворачиваюсь и беру на... Где с другой стороны от тела вообще время. То есть вы должны видеть ногу в разных плоскостях. Побей меня той ногой. Я не могу, говорит, вас побить, потому что я зажжу. Я обезвреден. Он ко мне где-то руками начинает лезть. Я стараюсь уйти в сторону от него, да? Дальше его отжать уже поставить. И все дальше и дальше уходить. Это шахмат. Кто шахмат умеет играть? У меня третий разряд профессиональный. Серьезно? Вот это наш будущий тренер по грэпплингу. Покажите его, вот этот прекрасный джентльмен. Так вот, шахматы как раз нас и обучают парню делать. Упали, не суетимся, не волнуемся. Уже посмотреть, где, что и как проходит. Да, вот выставили, пешечка, это пока пешка пошла. Ну это уже там где-то, там шах, да, шах. А это что? Мат. Мат, правильно. Большое спасибо. Давай, поехали.